Глядя на ваши комментарии, вот эти вот якобы праведные люди, святые, там не знаю, как вас назвать, которые пичкают постоянно нравоучениями, там, библейскими темами, тем самым вообще занимаетесь травлей самой обычной и пасетесь именно на каналах, как у Девятьярова, да? Так вот, что я хочу, глядя на ваши комментарии, я с уверенностью могу сказать точно, что я не ошибся, когда покинул это заведение под названием «Протестантская церковь». Я не ошибся, и глядя на ваши комментарии, я каждый раз убеждаюсь в том, что я поступил правильно. От какого фанатизма и безумия я просто ушел. И я благодарен Богу, что он мне показал истинное направление и истинный путь. Я ушел от всего этого глубочайшего обмана и фанатизма. Начиная от десятины, я конкретно могу аргументировать свои слова и доказать их с помощью Писания, с помощью Библии, что это именно организация, где сидят... как их назвать, люди, которые просто обманывают народ и обогащаются. И еще раз хочу сказать, глядя на ваши комментарии, я просто убеждаюсь, что я поступил правильно. Также передаю всем соратникам своим глубочайший привет и крепкого здоровья. И пусть вот эти нехорошие люди, которые вас оскорбляют, они не смогут даже на сантиметр сдвинуть вас, дорогие друзья, от ваших истинных, возможно, мы в поиске, но от ваших, по крайней мере, свободных взглядов. Для меня очень печальная новость, то, что Девятьяров, допустим, прекратил, так сказать, закрыл комментарии. Конечно, это его канал, его право, но тем не менее, я думаю, что вот эти вот подленькие люди, по-другому я их назвать не могу, которые, если вы, они, конечно, будут меня смотреть, то вот эти вот подленькие людишки со своими мелкими взглядами позволяют себе оскорблять людей. Вообще, не пытаясь даже не рассудить, не понять, ни, так скажем, о чем идет речь. Так что для меня это какое-то что-то непонятное. Да? Тем более именно вот эти люди, которые занимаются такими оскорблениями, унижениями, которые готовы сжечь в аду нормальных, я бы так сказал, порядочных людей, семьянин. Кстати, вот за которого человек, я говорю, он нормальный семьянин, дети, жена. И человек имеет право на свое личное мнение, на какие-то взгляды. Тем более он объективно свои взгляды рассказывает, поясняет, почему он так думает. Но вместо того, чтобы войти в какой-то диалог, и понять, ну ладно, допустим, если вы не понимаете, ну хотя бы вести конструктивный диалог, но вот эти вот так называемые верующие люди, они позволяют себе, к великому сожалению, такие вещи, которые вообще недостойны Христа,
я бы так сказал. Я даже не думаю, что Христос себе такое мог бы позволить, да? Так что я и сам сталкивался с такими комментариями, но видя вот этот вот полный неадекват людей, какое-то малоумие, какой-то маразм, вот этот фанатизм, не осмелюсь этого слова. Поэтому сталкиваемся мы с такими людьми часто. И я бы хотел, конечно, поддержать наших соратников, потому что мы не должны жить, конечно же, за счет мнения вот этих вот нехороших людей, которые просто готовы все обгадить. И еще вот эти люди называют себя якобы христианами, что вдвойне неприятно. Ну, недостойны эти люди вообще-то этого даже звания. Поэтому еще раз хочется поддержать моих дорогих соратников, и пусть Бог вас благословит. А вот эти вот обидчики, мерзавцы, которые говорят всякие гадости на порядочных людей, я бы вас так хотел предостеречь, что слова ваши к вам вернутся и долго себя ждать не заставят. Вот такое вот мое высказывание на эту тему.